Всем добра и здравия. Очередной выход в лес. Ищу поселение. Ищу по картам 16-17 век. Картам. Карты я вам покажу. Кусочек именно там, где я уже нашел три поселения. И вот эти вот, которые я предполагаю там вот дальше. Сейчас проверю эту точку. Несколько точек себе на карте поставил. Погода сегодня отличная, солнышко, тепло, обещают даже 15 градусов к обеду. Что будет, покажу. Всем удачи! Вот она, эта карта. С правой стороны карта 16 века, с левой стороны спутник. В треугольничке отмечены три деревни, которые я нашел. Две деревни в том году, одну деревню в этом. Стрелочкой вверх указано деревни, которые ищем сейчас. Для тех, кто не следит за моей темой, покажу некоторые находки с этих трех деревень. Да, вот пока иду на точку, хотелось бы рассказать. Очень много деревень, указанных на картах вот этого периода 16-17 века, которых уже на более современных картах 19 века, типа Шуберта, их нету. Там достаточно большое количество исчезло деревень. Но это могло быть связано с различными эпидемиями, войнами. Но если брать эпидемию чумы, которая была 1654-55 год, то во многих источниках пишут, что вымерло чуть ли не более половины Московского царства. Зарубежные источники пишут, что там вымерло порядком несколько сотен тысяч человек. Другие источники пишут, что умерло порядком 800 тысяч человек. Хотя в тот период численность населения русского государства была чуть более 7 миллионов. Ну вот, многие во время этой чумы, в 17 веке это не первая чума, это, по-моему, уже третья была, многие бежали с этих мест, где она свирепствовала. Если брать войны, допустим, то же самое 812 года, 1812 год, но Наполеон не трогал деревни. А монастыри, да, грабили. Ну а такого, чтобы какой-то геноцид был, этого не было. Так что вот так вот. Так вот, по тропинке следы конкурентов. Ну да, выбранной точки еще далеко. Вот верхняя точка. Я в том году был только с той стороны. Вот здесь болото. Я был с той стороны. Там подвыбито было. Там попадались старинные замочки. Вот этот металл, железо. А вот с этой стороны я не был. Сейчас проверю. И по картам как раз вот я посмотрел, то, что я вам показывал. Там как раз вот отмечено поселение не с той стороны этих болот, а вот как раз вот с этих. То есть она получается поселушка
А сзади должно быть болото. Я думаю, это вот это место. Да, войны здесь тоже много было. Кусок от укладки, от снаряда. Так, а это уже интересная вещица. Это маленькая наковальня. Вбивался в пенек, и на нем можно было ровнять косу или другие предметы, ножи, косу. Хороший признак. Вот я немного ее отстучал, отбил. Вот такая вот она красавица. Я такие подымал на поселухах. Глубинный сигнал. Крот копал здесь. Вылезал рядом. Да, еще корни. Семьдесят один. Да, шрапнель. Здесь очень много военной укладки, там вообще все забито. Ну как раз в верхней точке технику военную и ставили. Красивое место. Там вот дорога скоростная. Ушел я с того места, пошел на другую точку. Не знаю, дойду, не дойду. Идти, в принципе, далеко. Так, ну вот у меня находка. Пуговка. Ушко поломано. Вышел я на дорогу по Шуберту. Корни. Что это за корень? А, это пуговка солдатская. От белья. Сколько тут дырочек? Кальсон или как там они? Три дырочки. Я до этого места осмотрелся, никаких признаков поселения тут нету. Вода. Отошел я метров, наверное, 200 от точки. И смотрите. Таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран. Замочек. Превосходно. Вот так вот. Так вот я его немного щеткой почистил. Целенький. Вот только... верховины, ушка нету. И смотрите, вот площадка такая, вот сейчас я ее посмотрю, и вон там какая-то низина, болотистое место. Посмотрел я по карте, отошел я от своей метки на 260 метров. Так, вот старое железо пошло.
Так, а это... коса, по всей видимости. Да, вот. Кусок косы. Вот это черепушка. Десят. Монетка. Так, а что за монета-то? Какие-то советы убитые. Непонятно даже. Ладно, не буду время терять. Это грибничок потерял свой ножичек. Смотрите, какой амбарный ключ. Ушко поломано, а эта часть целая. Ключ. Еще какой-то сигнал. Может, замок сам там? Здесь и планет уже есть. Достаточно металла. Замок. Кстати, замок-то, по-моему, по 17 веку. Или 18-му, что-то такое. И вот как раз ключик. Ключик точно 18-й. Значит, и замок тут. Да. Ключик от этого замка. Вот. Да, какой-то здесь амбар, наверное, стоял, или сарайчик. Коса, замок, ключ. Значит, где-то домик, должен быть домик. Закапывал, ориентироваться буду. И вот рядом, где он? Какой-то цветной. Прыгающий. Mm-hmm.
Так, что-то какое-то сильно прыгающее. Что это за блестящая штука? Какая-то заклепка, что не пойму. Короче, что-то военное тех времен. Не то, что мы ищем. Да, кстати, вот такие замки это и в 19 веке были. Это от него вообще, нет? Надо почистить и посмотреть. Вот это, конечно, вообще, это 14-16 где-то так, а это уже посовременнее. Берту здесь тишина, даже рядом дорог нет, это радует. Смотрите, еще ява в мягкой пачке. Помню те времена интересные. Заболотистое место. Прям рядом. Какая-то низина прям. Как будто искусственно вырытая. Гвоздики. Кованые. Но это ближе 17-18 век. Хотя по шляпке не скажешь. Еще один водоем. Видно, прям искусственно выкопанный. Надо их на карте отмечать. Что-то я уже запутался в них. Они идут. Вот первый, типа прудика. Второй. И там вроде третий. Рыбу, может, здесь. Промысел был. Разводили. Такая монетка выскочила, убитая, вся в хлам. Советы. Да, почва здесь не пощадила даже советы. Даже непонятно, что это. По-моему, 3 копейки. Выскочил набойка от каблука, старенькая. Вот такая вот красавица выскочила подковка. Я уже отошел от того места. Это получается 18-й. Вот здесь самая широкая часть, а здесь идет на сужение. Характерно для 18 века. Кто-то здесь живет. Чья-то нора. Но здесь целый лабиринт кто-то наделал. Какой-то зверек. Или провалилось это. Норы были. Лиса, наверное. Так, ну и быстренький отчет. В принципе, поселуху, получается, я не нашел. Прямых таких твердых доказательств у меня нету. Косвенные, там, замочки, еще что-то. Но это все не то. Так, ну и что у нас тут? Так, ну это вот, конечно же, это замок 15-16 век, где-то так. Потом коса
кусок обломанной основной части нету. Так, опять же еще один замок, но это уже где-то 18-19. А рядом с этим замком был ключ того же периода, еще один ключ обломанный, наковальня, гвоздички, ну и ерунда всякая, типа советов, пуговок и тому подобное. Вот как бы все. Будем искать новые места.